Продолжаем играть в Mad Track. Что у нас здесь? Четвертый уровень. Машинка мигает, значит, машинку можно нам улучшать. Так, а ну, что это за голова такая? Ух ты, мы можем голову сюда поставить? Давайте с головы, конечно же, ящера ехать. Я не знаю, что это нам даст, конечно. Какие преимущества? Ну, давайте, поехали. Все, я готов. Погнали, погнали, стреляем. А, не смогли мы его щелкнуть. На, получай, второй. Так, второй тоже у нас что-то остался. Ох ты, нифига, голова, вон преимущество какое. Мы головой можем их стукать, машинок, наверное. Вот не точно. Так, перевернулись, добавилось турбо. Вон, что я о чем и говорил, ребята. Что будет, если мы будем с вами переворачиваться? Опа, так там было. Здоровье. О, он меня еще щелкает, смотри, засранец. Что ж делать-то, а? Есть. Так, я ракетки, ребята, не взял. Так, давайте немножко ускоримся. Есть, убили кого-то там. На. Так, мне там не нравится, что сзади едет. Чувак один. Вот его бы как-нибудь щелкнуть. А мне вообще за убийство тоже же монетки дают? Опа! Да. Как только мы с вами сделали кувырок, прыжок, естественно, дали нам много этих самых, как его. А, нет, не получилось здесь. Надо все-таки реально на какой-то высокой, либо на скорости максимальной. Так, все, финиш. Финишировали мы. Хорошо, отлично. Монеток собрали много, 184 монетки. Ну, вот такая вот, ребятушки, игрушечка. Если нравится, то ставь лайк. Вот, ребята, я вспомнил, вот эту я игрушку играл когда-то давно. Я не знаю, сколько лет назад, но давненько я играл в эту игру. Прикольная игра. Но много я не прошел, я не помню, сколько серий я прошел. Наверное, серии 5, наверное, 5 где-то от силы. Сейчас я вернулся к этой игре. Посмотрим. Если зайдет, ребята, пишите в комментариях, игрушка понравилась. Тогда мы будем в нее играть. Так, собрано 35, уничтожено 54, всего 428 монет. Мы играем сейчас пока за Египет. Покупайте новые улучшения, здесь можно покупать. Ракеты. Подожди, ну давай ракеты купим. Сколько у нас? Пока денег хватает. А, все кончилось. Фига, как все дорого. Давайте мотор прокачаем. Все. Уровни смотрим. Какие у нас уровни. Ох, нифига, ребята. Вот это Египет. Да, сколько уровней. Дальше. Подземелье какое-то. Потом еще что-то такое. Горы какие-то. Так, я смотрю просто, сколько уровней здесь. Да, до сюда я, конечно, не доходил в тот раз. Я не доигрывал. Ну, в принципе, неплохо. Таки нормально. Уровней. Ну, я бы поиграл бы в эту игрушку, ребята. Как вы считаете? Лайк? Значит, играем. Да? Так, а мы продолжаем. Лига испытаний. Монетная лихорадка. Мы находимся на 330 уровне. Да? Так, 25 побед у нас. Давайте играть дальше. 26-ю победу. Вот это да, Тесла. А, Тесла опасный танк. Я не знаю даже, как мы его победим. Куда мы его встанем. Здесь, ой-ой-ой, сейчас начнет стрелять. Ой, хорошо, что он, в принципе, может не попасть в меня. А, обжаривает. Давай сюда, давай. Блин, прям меня стреляет. Еще чуть-чуть. Есть. Победа. 26-й теперь уровень. По статистике я на 309 уровне. Блин, а нельзя эту статистику больше посмотреть? Ага. Ну, уже лучше. 309 уровень. Ох, надо мне хотя бы в соточку попасть. Хотя бы в соточку. Так, а какой у нас противник там? Я не посмотрел.
Блин. Опять Катюша, да вы что, серьезно что ли? Смотри, очень часто многие выбирают именно танк Катюшу. Очень-очень часто берут Катюшу. Так, у него там еще какой-то супер удар должен быть. А нет, он даже не использовал его. 27 побед. Так, статистика на 295-м. Я уже на 295-м уровне. Хорошо. Ух ты, Алекс Рус. Ё-моё. Какой опасный чувак. На. Сейчас стрелять будет. Угу. Ё-моё. Так, мимо. Промахнулся, чувак. О-о-о. Смотри, что он творит, а? Так, быстро, ремкомплект. Так, я не знаю, что у него там за... будет. Ах, мы его уничтожили. Круто, мы уничтожили Скорпиона. Так, опять какая-то пустыня. Так, Слушай. Ну, эти монетки я не буду брать, они для меня не так важны. Чтобы я рисковал своей жизнью. Ага, Колья здесь, да? Ох. Это было опасно. Так, облачко. Так, а что у нас тут наверху? Тоже монетки, да? Опа, ох, чуть не упал. Чуть не упал. Так, а там еще какие-то монетки я вижу. О, мне аж плохо стало, когда я прыгаю, думаю, там пропасть. Нет, нет пропасти. Опять весы. О, эта штука падает, блин, прям на меня. Ну, вообще, это как нормально вообще сделали сюда? Я считаю, ненормально. Так, прыгалка. Опасно. Так, у нас... Блин, надо как-то так... подсиропить. О, все. Так, она двойная, она отсюда тоже начнет стрелять сейчас. Так, а тут есть пропасть, да? Не, нету пропасти. Все хорошо. Так, это мешает мне вверх перепрыгнуть, да? Ох... Так, а куда вот здесь прыгать дальше? Кто мне скажет? Ага, я ж не вижу, куда прыгать-то. Ну, разработчики, чего они так сделали странно? Чтоб тебе сердце схватило. Опа, есть. Ну все, прошли уровень, хорошо.